Швейцарец Ив Росси стал первым человеком, который облетел гору Фудзияма в Японии не на летательном аппарате, а самостоятельно, с реактивным двигателем, прицепленным к спине. Снаряжение Росси, которого прозвали «Джетмен», состояло из 4 мини-турбин и крыльев размахом в 2 метра. Бесстрашный спортсмен стартовал с борта вертолета и, запустив двигатели, начал описывать круги вокруг знаменитой вершины на высоте 3,5 километров. Скорость его при этом колебалась от 170 до 350 км в час. Пробыв в управляемом полете около 10 минут, он раскрыл парашют и благополучно приземлился. Ранее Росси совершал подобные полеты вокруг Большого каньона в США и через пролив Ла-Манш в Европе.